С участниками блокады в понедельник встречался премьер Гройсман. Об этом сегодня написал на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Столярчук. По его словам, во время встречи премьер в очередной раз подчеркнул, что блокада приведет к перебоям с подачей тепла и электроснабжения, из-за чего пострадают обычные граждане. А на промышленных предприятиях могут начаться массовые увольнения.